Здравствуйте, друзья! В эфире АВ Комфорт. Посмотрите, какие симпатичные, да? Такие маленькие, округлые корпуса. Но все равно по внешнему виду сразу ясно, это явно что-то серьезное. И мы не ошибемся, конечно, серьезное, ведь англичане из ATC не умеют делать по-другому. Так что встречайте, самые миниатюрные, очень симпатичные и в целом крутые полочники ATC SCM7. Думаю, что компанию ATC должны знать почти все меломаны и любители хорошего звука. Их акустика со своим фирменным саундом уже много времени остается одним из эталонов в мире аудио и уже долгое время используется во многих студиях звукозаписи. Еще с момента основания, а создали фирму аж в 1974 году, отец ATC Билли Вудман задумал очень амбициозный план. Выпустить колонки для домашнего прослушивания, которые по уровню качества воспроизведения будут равными студийным. Амбиций было много, и впустую они не прошли. Первая же серия акустики, построенная по этим принципам, произвела настоящий фурор. Домашние колонки ATC были нацелены на чистое, детальное звучание, которое к тому же не утомляет. Но согласитесь, что такой звук можно найти и во многих других колонках. ATC же добавили ту изюминку, которой так не хватало остальным. Это развитая динамика и очень высокая устойчивость к перегрузкам. Для любителей домашних дискотек будет очень кстати. Но и другие параметры студийной акустики тоже были соблюдены. Это линейность АЧХ, отсутствие искажений и компрессии даже на высокой громкости. И все остальные параметры, которые вы только сможете вспомнить. Будьте уверены, что у колонок ATC все они находятся на таком уровне, что хоть сейчас в студию можно их ставить, без проблем. Конечно, борьба на поле технических параметров всегда очень жестока. Но ATC сразу зашли с козырей. Все динамики и твиттеры, которые вы видите на акустике ATC, это их собственная разработка и реализация. На корпусах тоже никогда не экономили. Это всегда высококачественный шпон и идеальная отделка. Все это касается и наших семерок. Отделка, шпон превосходного качества. Как говорится, без сучка и задоринки. Динамики, оба собственной разработки ATC. И твиттер, и басовик. И все это несмотря на то, что SCM7 это самые младшие полочники у ATC. Изначальной линейки Entry. Это говорит нам о том, что инженеры имеют одинаковый подход к построению и самых дорогих, и самых младших своих колонок. Кабинет семерок аккуратно изогнут и сужается к задней панели. Так разработчики победили стоячие волны внутри кабинета. Это вынужденная мера, вы же наверняка знаете, а кто не знает, тот уже должен был догадаться. Акустическое оформление ATC SCM7 – это закрытый ящик. Такой себе небольшой британский закрытый ящичек. Кстати, цифра 7 в названиях этих полочников – это как раз таки объем кабинета – 7 литров. Если пробежаться дальше по линейке Entry, то мы увидим, что у следующих моделей полочников литраж растет с каждым шагом – 11 и 19 литров. А дальше уже есть трехполосные напольники с 40-литровым корпусом. Но это уже совсем другая история, пока что вернемся к нашим семерочкам. Твиттер здесь купольный, тканевый, стандартного диаметра 1 дюйм. Но если чуток вникнуть, мы выясним, что этот твиттер имеет сложно произносимое название ATC-ACH-2576. Сразу понятно, что маркетинга в этом названии ровно ноль. Никаких тебе красивых фраз и слоганов, чисто техническое название. У этого твиттера есть двойной подвес. Собственно, благодаря ему SCM7 и заимели себе такие характеристики, как отличная устойчивость к перегрузкам, образцовый контроль, минимум искажений. А как результат можно провести за прослушивание музыки сколько угодно времени и не ощущать усталости. Ну то есть усталость рано или поздно придет, от этого никуда не денешься, но время ее прихода прилично так оттягивается. При этом вся информация высоких частот остается легкодоступной, иначе ATC потеряли бы звание профессиональной акустики. При создании этого твиттера инженеры отказались от всяких модных ферромагнитных жидкостей и пошли по проверенному пути. Тут используется старый добрый неодим. Басовик отделен от твиттера от кроссовера на частоте 2500 Гц. И имеет диффузор диаметром 5 дюймов. Он также полностью сделан в Британии силами компании, основан на магнитной системе внушительных размеров и имеет вес 3,5 кг.
В собранном же состоянии каждая семерочка весит 7,5 кг, хоть ее размеры совсем небольшие. Высота 30 см, а ширина и глубина 17 и 21 см соответственно. Есть и другие интересные цифры, например, чувствительность 84 дБ. Да, маловато, согласен, но взамен ATC предлагает нам хорошую кривую импеданс, которая балансирует на уровне 8 Ом и не имеет ни критичных пиков, ни провалов. Ну вот, все самые интересные цифры я вам сообщил. Что скажете? Думаю, многие из вас в курсе, что 84 дБ – это вообще атас для недорогих усилителей. И что раскачать ATC 7.7 очень сложно. Но такие утверждения верны только отчасти. Скрывать нечего, семерки хотят от усилителя и мощности, и тока. Да и в паспорте даже написано: рекомендуемая мощность усилителя от 75 до 300 Вт. Так что совсем уж слабенькие варианты усилителей вряд ли полностью раскроют эти полочники. Но не стоит отчаиваться. У меня на примете, как всегда, есть пара-тройка усилителей в этом же бюджете, которая перекроет все запросы от S7.7 и по мощности, и по току. Так что если в ваших планах покупка колонок ATC, обращайтесь. А мы уже подскажем вам крутой усилитель под них. А, да, чуть не забыл. Вы же в курсе, что из колонок ATC можно собрать домашний кинотеатр? Чтобы такой кинотеатр стал комфортным, во всех пониманиях, у нас действует специальное предложение на такой комплект. Ссылку я оставлю в описании под видео, посмотрите. А если остались дополнительные вопросы, позвоните. Ну, вернемся к нашим семеркам. Как звучат, что играют. На самом деле ATC S7.7 это одни из тех колонок, которые звучат с профессиональной точностью и играют вообще любые жанры. При этом не имеют никакого студийного налета или привкуса в звуке. Думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Семерки не страдают ни техничностью, ни стерильностью, но при этом могут показать вообще все, каждую микродеталь в композиции. И делают они это до такой степени ненавязчиво и естественно, что просто диву даешься. Это и вправду особенный, крутой звук, который можно назвать взрослым, самостоятельным, самодостаточным. Многие конкуренты на фоне такого взрослого звука покажутся вам звуком-подростком, который вам еще придется воспитывать и придавать ему шарма всякими усилителями и проводами. Семерочки же сделаны для того, чтобы играть музыку. Это понятно с первых нот. По правде говоря, тот день, когда я впервые услышал эти колонки, до сих пор живет в моей памяти. Во-первых, поражает просто образцовая сцена. Она настолько естественная и свободная от всяких рамок, что просто не верится, что эти малышки способны на такое. Вот где она студийная порода, подумал я тогда. Каждая крупица, каждая мелочь имеет свою позицию в сцене. И нет никаких проблем с тем, чтобы показать пальцем, где она находится. Если слушаешь вокал, он целиком и полностью будет с тобой. В твоей комнате. Атмосферно и еще раз естественно. Вообще естественно это основное слово. Его можно использовать как синоним ATC. И наших семерочек в частности. Если говорить про бас, конечно, такие миниатюрные корпуса никуда копать не будут. Тем более, что никаких помощников типа фазоинвертора у семерок нет. Поэтому паспорт говорит нам 60 Гц по уровню минус 6 дБ. Но ATC не сдаются, и взамен фазоинверторных глубин семерки отдадут вам бас, который просто сносит крышу своей плотностью и атакой. Этот диапазон у ATC может до такой степени влюбить в себя, что никакие другие колонки вы слушать уже не захотите. Короче говоря, слушая семерки, вы слышите хорошо структурированный саунд, над которым много лет трудились профессионалы. По итогу я, наверное, вам все-таки признаюсь. ATC S7.7 это одни из моих самых любимых колонок, независимо от бюджета и формата. У этих колонок есть все, чтобы влюбить в себя. Но это не та любовь с первого взгляда, к которой многие привыкли. Когда включаешь колонки, а там вау, бас, верха и все такое. Семерки скорее подойдут для тех меломанов, которые уже в какой-то мере успокоились от первоначальных мечтаний и прониклись сутью хорошего, качественного и структурного звука. С другой стороны, если сразу проникнуться вот таким манерным и воспитанным звуком, в котором детальность феноменально сочетается с целостностью, то вполне может быть, что другого вам и не захочется. А V-Comfort же с радостью поможет вам проникнуться любым звуком и выбрать именно тот, который будет ваш особенный. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Всем пока!